Коллектив любой компании – это большая, дружная семья. Но в отличие от семьи, поводов для собрания работников предприятия куда больше. Теперь такая возможность есть и в акционерном обществе «Атомтранс». 7 марта там торжественно открылся новый актовый зал. Строительство шло почти 7 месяцев, и результат работы заметен уже с порога. Современное светлое помещение оформлено в фирменных цветах концерна «Росэнергоатом». В зале установлено более 260 удобных кресел, а прекрасная акустика и оснащение зала позволяют проводить как торжественные мероприятия, так и деловые собрания. Зал соответствует всем современным требованиям предприятия. Я бы хотел выразить слова благодарности нашим строителям. Приятно, что в зале наши сотрудники, наши гости, особенно женщины. Подарком к 8 марта для работников предприятия и проверкой возможностей нового зала стал концерт с участием десногорских коллективов «Ренессанс» и «Десногорочки плюс». Также со спектаклем «Золушка» выступил театральный коллектив третьей школы Десногорска. Директор акционерного общества «Атомтранс» Михаил Лосенко уверен, что новый актовый зал станет местом проведения большого количества прекрасных концертов и торжественных мероприятий. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.